пять минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам беседу. Эту песенку про пять минут. Пять минут. Бой часа продавца стори. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной обзор от 151-го убежища. И сегодня в нашем меню будут две картонные гранаты. Они абсолютно одинаковые, но с разной начинкой. Производитель поставляет их в двух видах. Полностью снаряженные, с Корсаром 4, и голая, то есть без взрывной начинки, с Корсаром 6. Или под ту петарду, которая вам удобна для использования. Сама конструкция обеих гранат абсолютно одинаковая. Представляет из себя картонный цилиндр, что-то наподобие туалетной бумаги, с двумя картонными заглушками. Внутри, разумеется, находится начинка, предусмотренная правилами страйкбола. Либо это горох, либо это пластиковые шары. Инициация происходит с помощью чеки. Представлены в виде тканевой основы и металлического кольца. Дернули, бросили, бух, взорвалось. Подрыв сегодняшних гранат стал возможным благодаря Granite Factory. В официальной группе, ссылка на которую я помещу внизу, вы можете узнать цену на данное пиротехническое изделие. К черту слова, давайте просто бахнем! Диджей, давай нам ритм. Первый на очереди у нас пойдет граната, уже подготовленная полностью. То есть пиротехнический заряд уже внутри. Там останется только выдернуть чеку и, собственно, бабах. Целью у меня сегодня будет вот эти две милые баночки. Ну, поехали. 4 секунды задержки, по идее. Без шуток и без фантазий. На самом деле, очень мощная граната, разлет шаров очень большой. И вот все, что осталось от банки, она ее, конечно, не пробила, слава богу, значит, травмоопасность минимальна. Вот вторая, но взрывная волна сделала свое грязное дело. Кстати, нет, я ошибся, одно пробитие у нас все-таки есть на баночке. Здесь есть маленькая дырочка, так что быть близко, даже три дырки. Быть близко к взрыву этой гранаты, ну, не очень хорошая идея. Это как минимум. Подготовленная граната с Корсаром 4 внутри. Спасибо. Серьезно, ребят, не прикол. Разлет потрясающий у этой гранаты. Я слышал, как горох долетал до расстояния примерно 10 метров и шелестел в ветках. Это правда, чистая вылитая правда. То есть поражение шарами может произвестись и на расстоянии 10 метров. А если я сейчас использую Корсар 6 или эквивалент ее АТАС, это будет полный алес. Прежде чем взорвать это чудовище, следует ее собрать. Вообще, я считаю, что сборные гранаты имеют неоспоримое преимущество. Первое, их можно собрать и почувствовать себя крутым сапером. А второе, если вас хватит за бубенчики защитники правопорядка, то у вас не найдут взрывного устройства с поражающими элементами. Да, и такое бывает, и плевать они хотели на все сертификаты и бумажки. Для сборки гранаты нам ничего не надо, только выдавить разрезы на картоне и вставить петарду. Так как АТАС слишком жирный, то разрезы надо вытянуть на себя, иначе он не влезет. Используя Корсар 4, их надо вдавить. АТАС, веселее рабочих вас, загоните, беги. Второй на очереди будет уже подготовленная граната с огромнейшей петардой АТАС. Лучше отбегать быстро и далеко, потому как вроде как эта петарда должна быть эквивалентом Корсар 6. Использование которой я не рекомендую. Наверное, четверка это будет самый оптимальный вариант для использования в пиротехнике. Но надо все-таки бахнуть и посмотреть, что будет с шестым или с АТАСом. Поехали. Бежать! Далеко бежать! Смотрите, что бывает, если засунуть
Красар 6. Я не мял эту банку, я такую ее и подобрал. Внутри горох и лед. Ну, по всей видимости, остатки от того напитка, который находился в этой баночке. Но, в общем, дырка огромная. Это первая банка. Ну, второй чуть полегче досталось. Видимо, основной взрыв пришелся на дно, на нижнюю часть этой банки. Она практически не пробита. Ну, 2-3 пробития горохом. Находиться рядом со взрывом этой гранаты, ну, очень небезопасно. Мой вам совет. Используйте в пиротехнике только четвертый Корсар. Шестерка — это слишком мощно. Ой, как точно. Жалко за покрышку. Ну, что могу сказать? Разлет был еще больше, чем с эквивалентом Корсар 4. Бахает громко и знатно. В помещениях использовать нельзя. Воняет тоже. Пахнет порохом. Ну, что? Пиротехника все-таки, как-никак. Ну а на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск до самого конца. Те, кто не видел мои предыдущие видео, могут кликнуть вот сюда или вот сюда. Также все остальные могут подписаться на мой канал, оставить комментарий внизу, поставить палец вверх или вступить в нашу группу, в которой много интересного. Да, много-много интересного. Всем увидимся и пока! Что-то стало холодать. Не пора ли нам поддать? Это моя винтовка. Это моя винтовка. Таких винтовок много, но это моя.